Хорошо. Слушай, я же вот как раз тут важный такой момент разговариваю о том, как подобрать индивидуальный подход каждому школьнику. А и не только школьнику, вообще индивидуальный подход. Я как раз на примере физкультуры. У нас есть синхрогимнастика по методу ключ. Там как раз-таки принципы, правила и приемы при обучении детей, как подбирать индивидуальные упражнения. И по минутке ребенок может делать там перед экзаменом, перед уроком, по минутке. Помните, раньше было, наши пальчики устали, чтобы снимать напряжение, да? А сейчас синхрогимнастика по методу ключ, которая уже в учебнике профессора Матвеева утверждены по всей системе образования в России для школьников 10-11 классов. Замечательно, да? Индивидуальный подход. И вот любой учитель физкультуры может использовать синхрогимнастику по методу ключ в любой школе, себе на вкус. Вот. А дальше я расскажу еще, что метод ключ вообще основан на новых принципах и правилах индивидуального подхода, различных приемов и упражнений для регуляции своего собственного состояния, чтобы каждый человек мог использовать это самостоятельно в любое время и в любом месте, буквально за минуты, а потом и за секунды. Да, вот так.